Здравствуйте, друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSMRepeater.ru. Компания Kinetic постоянно расширяет ассортимент роутеров и точек доступа, пытаясь охватить все новые сегменты рынка сетевых решений. И надо сказать, им это вполне удается. Домашние роутеры, роутеры для небольшого офиса, модели с поддержкой сотового подключения и Mesh-расширители – все это уже есть в копилке Kinetic. Однако там оставался один пробел. До некоторых пор у компании не было решений с поддержкой технологии POE, пока не появились они Arbiter и Voyager, но обо всем по порядку. Технология Power Over Ethernet, или сокращенно POE, это не совсем новое изобретение. Ей уже достаточно много лет. Суть ее заключается в том, что сетевое устройство получает питание по той же самой витой паре, по которой передаются данные. Электричество просто подмешивается в патч-корд и вместе с данными поступает на прибор. Разумеется, прибор должен поддерживать эту технологию, иначе ничего не заработает. POE позволяет избавиться от лишних электрических проводов и освободить розетки. А как вы знаете, куча занятых розеток и проводов под ногами – частая проблема. Например, существуют коммутаторы и роутеры с выходным POE, к которым можно подключить множество POE-совместимых устройств. Обычно POE используется для подключения точек доступа, IP-камер, телефонов, домофонов и прочих подобных устройств. Длина интернет-кабеля при этом может достигать 100 метров. Так что эти устройства можно разместить на большом расстоянии от источника питания. Запитать их можно и от обычной электрической розетки, но в этом случае потребуется специальный POE-инжектор. Он не входит в комплект поставки и покупается отдельно. Эта технология очень востребована в офисных и промышленных Wi-Fi сетях, где нужно подключить десятки точек доступа и других POE-совместимых приборов. И вот Kinetic присоединилась к числу компаний, у которых есть решение с поддержкой этой технологии. Обе модели, Arbiter и Voyager, выполнены в форм-факторе потолочных точек доступа. Специальные крепления позволяют закрепить девайсы на ровной поверхности. Приборы спроектированы таким образом, что излучают Wi-Fi сигнал преимущественно с передней стороны, поэтому лучше их размещать с учетом местоположения будущих пользователей, то есть на потолке или на дальней стене помещения. По сути, каждое устройство является полноценным роутером, который также может работать расширителем. В режиме расширителя точки доступа могут подключаться к сети Mesh от Kinetic. В такой сети создается единое бесшовное пространство, в котором пользователи могут перемещаться между источниками Wi-Fi сигнала, сами того не замечая. При этом соединение разных точек доступа в одну сеть может происходить как по кабелю, так и полностью беспроводным методом. Подробнее об этой технологии мы рассказывали вот в этом ролике, посмотрите. Arbiter является младшей моделью. Здесь поддерживается Wi-Fi 5 со скоростью 867 Мбит в секунду на частоте 5 ГГц и 400 Мбит в секунду на частоте 2,4 ГГц. На борту 128 МБ оперативной памяти и столько же внутренней памяти. С обратной стороны располагаются 2 гигабитных интернет-порта. Синий порт работает на вход POE, то есть к нему можно подключить витую пару с питанием. Второй порт – обычный LAN. Если же вы решите запитать устройство через обычный адаптер питания, а такая возможность тут есть, то оба порта можно использовать с обычными устройствами. POE, кстати, здесь поддерживается по стандартам 802.3AFAT. Это значит, что источник питания и точка доступа выполняют ряд предварительных протоколов согласования перед тем, как подать напряжение на порт. Поэтому и источник питания нужно выбирать соответствующий. Рядом с портами имеется физический переключатель режима работы. В одном положении прибор работает как роутер, а в другом как расширитель. Эту настройку также можно изменить из веб-интерфейса, но переключателем пользоваться удобнее. Наконец, тут имеется кнопка Wi-Fi для быстрого подключения новых расширителей и кнопка сброса.
Функционально эти точки доступа работают так же, как и настольные роутеры Kinetic. Тут установлена операционная система Kinetic OS со всеми ее возможностями. Современная защита Wi-Fi, настройка VPN, службы Quality of Service, удаленный мониторинг и многое-многое другое доступно из веб-интерфейса или с фирменным приложением. Оборудование Kinetic уже давно заслужило славу этакого универсального решения, способного выполнять разные задачи по маршрутизации, фильтрации и защите вашей локальной сети. Старшая версия Voyager отличается более быстрым Wi-Fi и увеличенной памятью. Здесь поддерживается Wi-Fi 6 со скоростью до 1200 Мбит в секунду на частоте 5 ГГц. Скорость на частоте 2,4 ГГц тоже подросла, но на практике эту разницу практически не проверить из-за отсутствия совместимых клиентов. Также в старшей версии предусмотрели встроенный анализатор спектра, который поможет выбрать наименее загруженные каналы для работы Wi-Fi. Наконец, объем оперативной памяти был увеличен вдвое, до 256 МБ. В остальном устройства практически близнецы. Где будут полезны Arbiter и Voyager? Конечно, в первую очередь в офисах и различных заведениях, где нужно обеспечить масштабируемый Wi-Fi на большой площади. Каждая такая точка доступа без проблем покроет около 50 метров квадратных. Больше или меньше уже зависит от планировки и строительных материалов. В быту такое устройство тоже может быть полезно. Например, чтобы провести интернет в пристройку или баню. На наш взгляд, Arbiter и Voyager удачно дополняют общую экосистему Kinetic. Стали бы вы использовать эти устройства? Пишите в комментариях. Ну а ссылки на устройства я, как всегда, оставляю в описании. На этом с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будьте всегда на связи и до новых встреч!